Привет всем, с вами Ольга со своей новой рубрикой «Сали Али Скидки». Спешите, спешите, как говорится. И сегодня у нас что? Сегодня у нас 16 ноября. И кое-что еще осталось на скидках, и мимо чего я не хотела бы проходить. И хочу с вами поделиться, потому что надо экономить, надо что-нибудь цапать. Скоро праздники, надо себе уже разогревать. Ну что, давайте начнем с самого, пока что для меня, не то что самого для меня интересного, а что бы я хотела вам посоветовать. Первое. На сайте Glossybox до сих пор есть такой лимитированная коробка от бренда Benefit. Все мы знаем, да, Benefit, он вообще он крутой, он рабочий, он офигенный. Что в этом интересного? Кстати, он уже давно там висит, но сейчас он стоил где-то 50 евро, сейчас стоит 35 евро. Этот наш Benefit. Выглядит он примерно вот так. Я вам покажу и быстро расскажу, что там есть в наборе, почему его стоит взять за 35 евро. Причем наполнение у него за 130 евро. Там есть их знаменитый хайлайтер в коробочке небольшой, наверное, мини-версия, но он шикарный, его хватит надолго, на года 2-3 точно. Там есть их, вот так выглядит у нас хайлайтер, так выглядит у нас тушь, новая их вот магнитная, там какие-то частицы из магнита, там чего-то такое, когда красишь, все прилепляется, и получаются вот такие ресницы до небес. У меня есть 2 или 3 туши от Benefit, но вот магнит, вот этой магнита нету. Я себе заказала этот бокс. Потом там есть их знаменитый гель для бровей. Никто даже спорить не будет, что у Benefit, по-моему, самый крутой фиксирующий гель для бровей. Об этом даже никто не будет спорить. И там есть, понимаете, вот такой лайнер для глаз. Стрелки рисовать. Он у меня есть, но в мини-версии, в небольшой. Он такой офигенный, он вообще, можно сказать, ни одной ошибочки не сделаете. Все ровненько проведете, не сохнет, тоненький, замечательный. Здесь он в полном размере. Я вообще просто счастлива. И что самое тоже для нас дорогое, кто пользуется Benefit, ну кто уважает Benefit, их фиксатор для макияжа знаменитый, поры вот эти, он закрывает и поры, и все. Насколько он шикарный. Если вы зафиксируете, все, у вас ничто никуда не уедет, поры закроются. Benefit в этом смысле не обманывает. Смотрим, да, 35 евро, 34,90 при наполнении в 130 евро. И продукты все нужные и рабочие. Что тушь, что лайнер, что хайлайтер, что брови вам уложить и еще все это забрызгать. Поэтому посмотрите, не проходите мимо. Как всегда, в описании к видео, если вы откроете, там будет ссылка именно вот на этот бокс, чтобы вам не копаться и не искать, где оно есть. Я все сделала уже за вас и для вас. Дальше. Что еще у нас на сегодня? Тоже немаловажный аспект. Такой адвент-календарь. Все мы их любим. От Clinical. Clinical гипоаллергенная, замечательная, очень дорогая и офигенная фирма. Так вот, в прошлом году я покупала от них большой календарь, мне до сих пор хватило еще. В этом году я видела на сайте, где я в прошлый год покупала, сейчас он со скидкой там стоит 130 евро. Ну, я же дальше буду искать везде. И на сайте Натина, самое интересное, он стоит в цене 95 евро, но у них все еще черная пятница, когда вводишь код Натина, туда, когда вот на кассе есть такое, куда вводить код, снимается еще 20%, 20 или 30, и получается он стоит 76 евро. 76 евро, у него наполнение около 400 евро, там
Все есть. И кисти, и румяна, и уход, и умывал. Все есть в приличных форматах, в приличных размерах. За 76 евро взять огромный набор, чтобы познакомиться кому-то с этим брендом Clinical. Или вообще просто для себя. Я обожаю Clinical. Мне вообще все у Clinical нравится. Поэтому, опять же, оставлю вам ссылку на это, на Тина, именно уже на этот календарь за 76 евро. Уже дешевле вы точно нигде его не возьмете, потому что изначально он стоил 170 евро, потом где-то 130, а вот здесь можно за 76 найти. Поэтому не проходим. И еще хотела обратить внимание, не знаю, всем или не всем это интересно, но сейчас идет какая-то, вы знаете, мода, не мода, гоняются все за шампунями от фирмы Брайджио, или как-то Брио, я ее называю Бриоджио. Вот так это выглядит. Я когда посмотрела на других сайтах, вот допустим, да, этот шампунь, там кондиционер и все, это какие-то дурных денег стоит. Доходит до 100 евро за килограмм. 100 евро, 500 грамм, там тоже 50-60 евро. Я сначала думаю, тоже закажу, потому что от многих я слышала отзывы, что просто вот сейчас круче, чем этот шампунь. Кондиционер, нету ничего на рынке. Ну и дальше копаясь, я нашла этот сайт, какой-то новое называется. Никогда на нем не была. И что интересно, здесь и так от половины чего, и еще есть 50%, то бишь 1 литр шампуня или кондиционера, ну там смотрите сами для каких волос, можно взять за 30 евро. Это очень дешево, потому что он такой сейчас популярный, он там все натурально, какие-то авокадо, масло, для... Все натурально, прям вот на хлеб мазать. Кого интересуют волосы, кого интересуют вот эти всякие прибамбахи. И это получается очень дешево за литр, 30 евро. Плюс такой бренд. Если кому интересно, опять же я оставлю ссылку именно вот на этот новое. Давайте опять напомню вам, чтобы не пропускать скидок, не оставаться, как говорится, ни с чем, подписывайтесь на этот канал и ставьте сбоку колокольчик, чтобы уведомления. И оставляйте кто-нибудь отзывы. Успел кто-то что-то хапнуть уже или нет по скидкам? Или все вот так вот сидим, ушами хлопаем? Надо хватать, потому что я выискиваю самые-самые такие, самые дешевые товарчики на сегодняшний момент, где можно что взять. И еще хотела сказать, но это не знаю, у нас все, кто в Финляндии живут, давайте готовьтесь. Скоро в нашем Кексе, в любимом, с 1 числа, я тут такую нашла у них эту бумажку в магазине, с 1 числа начнется, они будут собирать, как бы, ну, адвент-календарь. Вы можете каждый день что-то покупать за 50% минус. Здесь очень большой представлен спектр и парфюмы, и уходы, и косметика. Меня очень заинтересовала палетка теней от Анастасии Беверли Хиллз. Она стоит 57, а будет вообще за 29 евро практически на двух сторонах. Поэтому готовьте, если что, денежки, чтобы не быть в опоздунах, позор опоздунам. Будьте готовы. Но это начнется с 1 числа. Я вам еще буду напоминать об этом. Поэтому давайте, подписывайтесь и не вороним. Все идем на сайты, все будет в описании. Всех вас люблю, целую. Скоро увидимся, как что нарою. Пока-пока!